сказал. Здесь можно. Интересно, кого он Thank you.
Полчаяк не могли брать. Смешал. Что получилось? Получился чудесный порошок. Если кормить мышек, они никогда не попадают в лошаду. Спасибо, моя добрая королева, за то, что научили меня делать такой чудесный порошок. Что? Порошок для мышей? Ты должна была получиться припарка для ушей? Моя наука не для того, чтобы помогать другим. Моя наука для того, чтобы помогать моей красоте. Долго! Да. Ступай, бедная девчонка. Ты скажи спасибо, что я столько времени тебя потратила. Спасибо, моя добрая королева. Муа. Записываем. Опыт 2115. После приема эликсира полного умножения вид испытуемой Белоснежки. Белоснежки с маленьким не переменился. Опять не вышло.
Иду, Ваше Величество. Добрый путь, мой милый, милый
приходил к нам вчера. На Толике кошка. Он еще спрашивал грязевую, красивую. Это тот, у которого нас резвал. А нам показался не самым догадливым лицом на свете. Да. Гномый! Он мне очень понравился. На твою миссию прекрасная белосечка, мы бы нашли себе другого принца. Да. А мне другого не нужно, милый гном. Потому что принц для меня единственный. Держись покрепче,
А вот тебе яблочко наливное, вкусное. Кушай, кушай, деточка. Кушай. Ой, красивое яблочко. Oh, it's broken out of the belly.
Игнатьевна. Прощайте! Дети! Игнатьев, а я увольняюсь, Ваше Величество. Надоело, мне вот серьезно надоело. Пойду с принцем, будем с ним охотиться. В общем, пошел я вон. Сумочку отдайте. А вы чего стали? За мной на охоту! На охоту! Как себя чувствую, ваше высочество? Нормально? Нормально. В глазах ничего не видит? Странности? Наблюдаю? Скажи лучше, Егин, где девушка, которая вчера здесь была? Чего там она здесь? Какая девушка? Ваше высочество, у нас в замке никаких девушек нет, коллеги. Нет, нет, никаких. А скажите, ваше высочество, вы где вчера ночевали-то изволили, а? У гнома. Вот оно, я так и знал! Да в чем дело, если все понятно? Гномы! И есть все в вашем странности вот здесь, коллеги. Гномы. Вчера я перевез в зал, я был не в себе. Меня за девушку приняли, говорит, что? А что? Гномы. А как оборот умрет здесь прям? И затылком о пол ударит, не помнишь? Да не помню я. Вот именно. Гномы во всем виноваты. Они наслали вас все эти образы. Не любят они людей. Хорошо, здесь вчера была девушка. Та самая красивая. Где она? Конечно, ваше высочество. Гномы, брушки, подсунули. Не подсунули. Говори, волшебство у нас не своя. Ничего не хуже. Помните, да, ничего? Я вам рассказывал о волшебных доказательствах. Помните, на полях? Ну, это помню. Вот, волшебное зеркало, скорее прошу, которое своим волшебством рубает самую прекрасную всех прекрас. Вы же ее ищете, не так? Нет, подожди. А чего? Да, ваше, да, мы можем что-то и так. Итак, волшебное зеркало. Олег! Как видим, волшебное зеркало ничего не отображает. А почему? Краправильно, как волшебное. Закрываем, надо же произнести волшебные слова. Гномы! Я женюсь на Белоснежке!
Музыка!